У нас в гостях певица Зиверт. Привет. Трек «Life» занял первую строчку самых популярных треков 2019 года по версии Яндекс.Музыки и второе место в рейтинге самых прослушиваемых треков в России по версии Apple Music. Также «Life» является самым популярным треком в истории российского «Шазама». Да что ты творишь! В 2020 году Зиверт стала лицом компании «Mac Cosmetics», амбассадором этого бренда в России. По данным журнала Forbes, в 2019 году Юля заработала более 3 миллионов баксов. Вау! Три миллиона долларов. Вот это «Life» кайф, да? Классно. Слушай, а тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек. Видишь, по данным Форбса мне молодой человек не нужен, да? Я согласен, смотри, такая бабе. В таком случае одиноким, правда, лучше всех. Да. Верно, это надо Дзюбе сказать. Так. 3 миллиона долларов в год, да? Сейчас где-то сидит Дава Манукян и думает, не туда поставил я, а? Смотри, Юль, ты давала... Прости. А все, это вопрос, давай. Это утверждение, по-моему, было сейчас. Не, в 19 году ты давала по 26 концертов ежемесячно. 26 концертов? В разных городах. Неудивительно, что ты лицо косметики. Надо было еще и лицом энергетика стать. Вообще, такой, это непосильный труд для девушки. 26 концертов. Ребят, 26 концертов в месяц. Это невероятно. Невероятно. Ну хорошо, а на что... Ты тратишь деньги. На что? Ну, там, понятно, парень на девушку тратит, а на что девушка? Я тебе говорю, на энергетике. Куда 26 концертов, конечно. Ну, что ты, на костюмы покупаешь? Чем-то, ну, квартиру, я не знаю, что-нибудь. Я люблю одежду. То есть у тебя гардероб. Огромный гардероб. Шляпки. По Киркоровской линии. Ну, мы не зря спелись. Элтон Джон. А, ну да, у вас же дуэт. Фил же чувствует, как только кто-то появляется у нас яркий, сразу мышь приходит. Да. Болгарский. Сразу, если кто-то на эстраде появляется талантливый, он сразу с ним что-то делает. Если это девушка, то он с ней поет. В общем, я трачу деньги на шмотки и на то, чтобы моя семья жила в достатке и счастлива. Так, сколько человек в семье? Молодец, да. Очень хорошо. Смотри, эти аплодисменты, которые нам и такой родню. Молодец, Юлька. Сколько человек в семье, которых надо обеспечивать? Вообще, я живу с мамой, с сестрой и собакой. Мама, сестра, собака, 3 ляма... А как устроиться к вам собакой? Если что, я бульдог. Могу как бы. В 21 году Юля готовит очень интересный дуэт. Но имя второго артиста пока держится в секрете. Да? Давай мы узнаем. Мы расколем сейчас этот секрет. Попробуем. Ну кто это? Он встречался с Бузовой, этот человек? Нет, его выгоняли из Black Star? Нет. Его фамилия заканчивается на Асков. Может быть, это самый сексуальный человек на планете, похожий на лошадь? А, вот! Я могу сказать, что он очень стильный молодой человек. Киркоров был. Не чересчур стильный, а просто очень стильный. Версии в зале. Кто у нас очень стильный молодой человек? Кто? Крит? Это остров Крит. Так. Зверев? Это не молодой человек. Добрынин? Сколько вам лет? Джиган? Внимание, тут для кого-то Джиган очень стильный человек. Ну, такой, да. Тарзан. О, Тарзан. Лоза. Лоза. Лоза? Было бы отлично. Каждому по факту нужен плод. Маленький плод. Супер было бы. Лоза. Ладно. Давайте не будем гадать. Присылайте нам письма. Я не знаю, где у нас есть письма, но присылайте нам их. В письмошную. Юль, что-то новенькое, классное. Мы можем отрекламировать? Что-то какие-то новые твои у тебя? Пиджаки с плечами других людей? Что-то... Что, у меня совсем недавно вышла песня, сингл, да, и еще более недавно на нее вышел клип под названием «Многоточие». Я не слышал, кто не слышал, хотите послушать? У меня просто есть человечек, который может у Зиверт попросить. Человечек, попроси. Зиверт, спой, пожалуйста, по-братски.
Если не чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти. Если не чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти. Прекрасно. Юль, мы тебе желаем успехов во всем вообще. В песнях, в танцах, в одежде. И пусть процветает твой шиномонтаж в Коломенском. Удачи! Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях самый крупный русскоязычный тиктокер, у которого 17,5 миллионов подписчиков и более 600 миллионов лайков, Дина Саева. Здрасте. 17,5 миллионов. Это больше, чем население в Москве. Получается, ты столица тиктока в России. Ну, пока что получается... Ну, а есть и плюс, значит, ты не резиновая. Не поняла. Смотри. Есть такое выражение. Москва не резиновая. Знаешь такое выражение? Да. Да. Слышала. Когда Гарик сказал о том, что ты 17,5 миллионов, а значит, ты Москва. Ты говоришь, о, да, наверное, я Москва. И я тут же вставляю. И значит, не резиновая. Теперь поняла. Ну, давай я попробую. Давай попробую. Давай, давай, ты. Смотри, как похорошело при Собянине. Вот такая тоже шуточка. Эту поняла? Да? Расскажи, в чем смысл последний. Собянин, знаешь, кто такой? Мэр города. Все. Какого города? Москвы. Она не резиновая. Типа дороги? Что типа? Дороги. Дороги. Вы меня извините, я просто немножечко волнуюсь. Не надо, что... вообще ничего смотри, страшного. Это же даже проще, чем все хорошо. Ты одна там, а тут у нас просто много, вот и все. Нет, вообще спасибо, что позвали. Это очень круто и приятно для меня. Это не мы не знаем, откуда вы здесь возникаете. На вот так суют, говорят, нате, идите мы. Нате, вот список гостей. Дина Саева. Дина Саева, кто это такая? Блогер. Ага, блогер. Я-то вообще, я из дома вышел в тапках. Говорит, иди одевай вот эти висюльки, я вообще хрен знает, что это такое вообще все. Я это не ношу, вот это все. Ну, то есть, понимаете? Если честно, мне кажется, так Соловьев ходит вокруг озера Кома в Италии. Возможно. Это его. Вопрос. Да. Дина, ты знаешь, кто такой Соловьев? Владимир? Вот, да. Да? Я Владимир. А, книгу видела. Что? Книгу. Какую книгу? Владимир Соловьев. Правильно, он книга. Верно. Тебя называют королевой ТикТока, а лицом ТикТока является Валя Карнавал. Кто это? Лицо ТикТока. Валя Карнавал? Да. Такое ощущение, что отсидевшая где-то. Валя Карнавал! Лицо ТикТока. Я вообще не знаю, кто приписывает это все. Я Валя Карнавал. У нас написано, что собираешься продюсировать людей в ТикТоке. У меня был курс по ТикТоку, я его делала специально для моей аудитории. Вот что ты нам посоветуешь, допустим? Вы видели тренд, где мужчина едет на скейте, и он поет песню, пьет сок. Так. И это видео набрало почти 90 миллионов просмотров и около 10 миллионов лайков. Так вот, я к тому, что туда и взрослые люди попадают, и они даже очень интересные молодому поколению. То есть ты представляешь, что я дома сказал... Дети, некогда вами заниматься. Что хотите, то и жрите. Пошел на скейт. Лейсан, извини, продайте все, что вот было. Я теперь занимаюсь совсем другим. А черный лебедь на пруду качает пазы. Отец с ума сошел, все. Да нет, он поразительно, мир изменился. Просто, что ты там сидишь, выдумываешь, юмор какой-то. Слушайте, этот номер мы не добили, надо другую концовку. Давайте 6 дней будем сидеть в офисе, да, будем придумывать шутки. Просто моноколесо, чай, и все, и поехал. Все. 600 так в этом-то и весь прикол. Окей, ты сняла это все. Так а прикол-то в чем? Это же ничего. А сколько там было просмотров, ты говоришь? На 90 миллионов. Вот 90 миллионов сейчас сказали. Да блин, не понимает он, ёпарасоте. Вот сейчас вот смотрят на тебя, говорят. Ну тупой он. В чем, говорят, прикол, не понимает? Мужик на скейте! Едет, пьет сок и поет. А он, блин, в чем прикол, блин? Я вам даже больше скажу, что компания данного сока, который он пил, предложила ему сотрудничество. Так вот в чем прикол. Ребята, все посмотрите срочный ролик. Я еду на моноколесе и ем сухарики.
Зашло бы, если бы ты снял такое видео, оно бы зашло. Дин, у тебя релиз первого сингла 4 декабря, называется «Я ищу тебя». Вообще, я очень волнуюсь, потому что это мой первый трек. И Дин, вообще не волнуйся. На удивление, просто оно сейчас в топе. И это мой, короче, первый концерт, который будет в ближайшее время. Оно будет 10 числа с Snow Party, где я буду выступать. 10 декабря? Да. В этой передаче этот концерт уже прошел. Прикинь. А, да, мы выходим после этого концерта. Мы выходим после этого концерта. Ну как прошло все у нас? Как прошел концерт? Не поняла шутку. Это не юмор! Ну, ты знаешь, удачи в ТикТоке. А-а-а! Смотри, это не шутка. Дошло, простите. Давай еще раз, смотри, обнулимся. Обнулимся. У нас это модно все, в стране. Давай. Обнулимся. Все, смотри. Обнулились. С нами Бог и Конституция. Давай, все. Смотри, песня называется у тебя «Я ищу тебя», верно? Да. Да. Спой, пожалуйста, песню какую-то. Свою песню. Нет. Спой нам песню, пожалуйста. Мы ее не слышали никто. Ладно. Все. Окей, ладно. Ты не хочешь петь песен? Нет. Это я обожаю. Звезда. Сердце словно катакомбы, двери открывались тайком. Столько домов, сколько комнат, корабли очалили от берегов. Вот так весь ВТБ-арена, вот так. А я его шепотом пою. Хочется, ну, услышать концовку. Давайте концовку послушайте дома, ладно? У тебя очень шикарная манера исполнения. Рыжий в Иванушках 25 лет продержался. Оглянись вокруг, черту, этот сон, вокзалы, аэропорты. Пчелка не увидит больше своих сот. Очень хорошо. Пчелка не увидит больше своих сот? Ну, правда, очень хорошо. Ну, пчелка, имеется в виду, пчелы же все вместе живут. И пчелы, да, живут. И они не увидят она своих когда, сот. Ну, ладно, забейте, пожалуйста, все. Я вообще сяду, это надолго, я думаю, разговор. Какой-то стиль, какой-то скромный рэп. Тихий шум. Тихий шум. Нет, ну правда. Электрошепот. Электрошепот. У нас к тебе один единственный вопрос напоследок. Ты понимаешь, где ты? Да. Где? Comedy Club. Правильно. Вот. В каком городе находится Comedy Club? В Москве. Верно. А она? Резиновая. Не резиновая! Не! Не резиновая! Дина Саева, аплодисменты! Молодец, на самом деле классная просто девчонка. Просто бомба, молодец. Огромная, классная девчонка, правда. Привет, я Макс, а это моя семья. Все вместе мы едем к бате на юбилей. Так, ну что, поехали? Я в туалет хочу. Димон, вон кусты, мы ждем. Я какать хочу. И где те прекрасные времена, когда можно было никуда не ходить? А точнее, ходить куда угодно. Не хватило? Давай помогу. Ну как? Я маму хотел написать. Ты чего? Мама это святое. С ней так нельзя. Пошли давай. Между нами память и туман, ты как во сне. С нашей последней встречи с отцом прошло черти сколько лет. Даже сосчитать сложно. 47. Правильно. 63. Правильно. А здесь? 5. Ничего не смущает? 105. Не финты. Прикинь. Все, ошибся, дальше пешком, как договаривались. Батя был центром мира, центром всего. Он хотел сделать из меня мужика. Нет. Помидорки две туда порежешь, так с кожицу вообще снимешь, чтобы она они были помягче. Сильного и железного, как он. Руби сказал, в жизни пригодится. А я хотел быть не таким, как мой батя. Я хотел быть хорошим отцом. Па, открой вот эту, могу. Смотри, вот так берешь, футболку обернул, оп, и готово. Крутяк. А то, если что-то не знаешь, спрашивай батю. Там мультики закончились. И чего? Ну, это
дальше дядя и тетя голые. А что, не понравилось? Ну, понравилось. Ну так иди и смотри. Все, давай. Хороший отец. Такой же, как и твой папа. И он тебя любит точно так же, как ты любишь своих детей. Еще, еще. Вот это и значит пьяный. Меня тошнит. Во-во. Вот я надену два крыла и ближе ты. Макс, погуляй часок. У нас с мамкой дела. А как я узнаю, что уже часок? Ближе ты.